Приветики, ребятушки, мои дорогунчики. Каждому по приветику из Петербурга. Мы с вами в магазине Домовой. Сеть магазинов. Вот главный вход, а мы зашли через вход, который идет из торгового центра. И, конечно же, люстры сразу. Царство света. Магазин очень огромный, друзья мои. Такой огромный магазин. Смотрите, я вам покажу тоже. Что мне нравится все-таки, когда зайдешь в эти большие магазины? Выбор всего. И не знаешь, куда глаза глядят. Разбегаются глаза. Все нравится, все хочешь купить. Много всяких штучек прикольных. Вот мы стоим напротив посуды. Сейчас сезон уже закрывать овощи, фрукты, компотики, салатики. Так, банка 1 литр 25 рублей. Вот могу вам сказать, какие цены здесь. Дальше банка 0,5 литра 13 рублей, 13,90. Банка это какая, сколько литров? 25. А, 1 литр 25 рублей. Банка 3 литра 49 рублей. Вот вы можете сравнить со своими ценами в вашем магазине. Ваши магазинчики. Ой, сколько всего. Сколько всего. Какие интересные лампы. Ребятушки, не знаю, постараюсь вам такой небольшой обзорчик. Смотрите, какие интересные вот эти. Такими лампами. Сколько? Нет, 7000 это другая. А это сколько стоит? А это не... А вот ценник. Вот. 25 990, и это распродажа, представляете? Вот эта лампа с такими огромными лампочками. Давайте посмотрим, что еще. Как классно, да? Когда ты заезжаешь в новую квартиру или в новый дом, выбирать что-то новенькое. 9 899, вот эта люстра треугольная. Ой, задела. Вот эти люстрочки круглые. Маленький светильник 2 929. И сами, конечно. Вот это 4 999. Да, сейчас такое разнообразие. Разнообразие. Кому что нравится. Вот это 6 265. Ребятушки, если я за один раз вам все не покажу, вы уж меня простите, потому что за один раз это просто нереально. Так, доска гладильная. Смотрим. 4 229, 3 499, 2 699. Говорю вам цены. Бедра. Еще лампы разные. Мне нравятся вот такие, которые можно по дому развесить. Вот они на шнурах, как бы. На проводах. 17. Ну это дорого, 17. Дорого. О, смотрите, какая лампочка прикольная внутри. Такая. С такими штучками. 5 699. Какой большой выбор всякого раза. Так это еще у них маленький отдельчик. Мы же знаем, что в Икее, там, в Леруа тоже большой выбор. Тоже огромный выбор. Смотрите, какой зал. Вон туда вперед идет. Здесь уже более классические версии. 6 179. Пойдемте, кто любит, знаете, какие, я вам покажу. Вот эти все, которые 5 959, 3 339. Вот эти более классические уже, которые и раньше мы видели. Вот это 5 759. Так, пойдемте, знаете куда? Вот сюда. Кто любит с висюльками, вы любите? Я, если честно, не очень висюльками, но красиво так, как в театре. 10 590, 9 839, 13. Есть такие беленькие, есть рыженькие. 7 149. Вот такие. Раньше хрустальные были, сейчас стекло разное.
со свечами. 5299. Ребят, просто гуляем. Просто гуляем, смотрим. Пойдемте посмотрим, сколько полотенечка. Комплект постельного белья. Так, Бязь был 1599, сейчас 999 рублей. Нам бы комплекты нужны. Симпатичные. Комплектик белья. Бязь. Бязь это... А здесь что тоже Бязь в ассортименте. Полуторки. Полуторки. Так, хорошо, пойдем дальше. Лебяжий пух, подушка, полотенечко. Пойдем посмотрим. Ванные сколько стоит? Так, 539, 869, 209. 209, 99. Что это такое 99? Какое-нибудь маленькое. А их и нету по 99. Еще такие полотенца, которые не впитывают, вот эти вообще дешевые, мне не нравятся. 719, 169, какой-то цвет, 119, нет, некрасивые. Такое не хочется полотенечко, чтобы оно было натуральным больше все-таки. Так, 679, 1069. 425, так, 249. Это что такое? Ну, трогаешь, сплошная ощущение, знаете, синтетики. Так, 389, 159. 159, это что? Ну, конечно, не впитывать ничего. Так, 290, 99. Вот, 339. Махровое. Это большое. Огромное. Вот эти прикольные серенькие, да? Тут хлопок хотя бы. Ну, пишет хлопок 389 рублей. Там чуть я зарылась в полотенечках. А вот еще 299, а был 469. Распродажа. А вот эти синенькие, интересно, сколько стоят. Что-то я их не вижу нигде. Вот эти синенькие. Звездочки. Это синенькая, прикольная. А сколько она стоит? Вот как понять. Лежит само по себе одно. Это мне симпатичная синенькая, да? Каким-то таким рисуночком. Интересно. Эти кораблики скучные какие-то. Кораблики. Сколько? 139. Кораблики, кораблики. Это маленький, наверное, 139. Сейчас посмотрим. А, это вот такой, наверное, 139. Маленькая. Не пойму, или какой размер-то 130. Или таких... Не, это большое. Это не 139. Не пойму. Ничего не поняла в этих полотенчиках. Короче, оставила эту идею. Домовой... плед, флисовые комплекты. Посмотрите, какой огромный выбор. Вот, полуторные. 1599, 2399, сатин. 1599, сатин. 2599, 1600. Слушайте, классно. Вот это мне нравится. Распродажа. 1459. Комплект постельного белья. Королевские ночи. Полуторная. Вот, смотрите, вот такой. Симпатичный, правда? Хороший. Сатин 100% хлопок. Так, 70 на 70 сатин. Вот эти интересные комплект постельного белья. 1599. Сейчас нам нужно... Хочу обновить. Обновить. Вот хотя бы посмотрела вместе с вами цены. Короче, за 1599 можно неплохой. 1400. Можно выбрать неплохие комплекты. Но это они сейчас со скидками. Есть и вот и по 2399. Светочки. Ой, какой выбор, ребятушки. Какой выбор. Хороший. Сейчас везде хороший выбор. Вот куда ни пойди.
комплекты белья. Это полуторки. Двуспальная. Двуспальные тут же, посмотрите, по 1690, тоже 1899. Что это? Бязь. С цветочками, кто любит. Но я как-то больше люблю не цветочки, а какие-нибудь фигурки. Абстракцию. Ну, хотя цветочки тоже бывают красивые. Так, ребятушки, так. Вот, пожалуйста, вам дальше. А вот сатин пошел. 5599, 3599, цветочки опять. Это двуспальные, мы смотрим с вами комплекты. Ребятушки, 4499, 2699 со скидкой, вот такое серенькое. Короче, белья море. Приходишь, на свой кошелек выбираешь и на свой. Ну, желание свое, я имею в виду цветовая гамма, рисунок. Ой, ребята, 2299, сатин. Сатин это хорошо, напишите мне, кто какую выбирает постель, сатин или бязь? Вам какая нравится больше ткань? Ребятушки, напишите, девочки, я знаю, вы меня смотрите. Вот, посмотрите, какое снежное. Вот нежное, прикольно. Еще 4999. Ой, царство белья. Сотрудник отдела мебель, просьба подойти в свой отдел, спасибо. Комплекты двуспальные, вот есть по 6599 сатин, а были 9. Вот, смотрите, такая расцветочка. Ой, ребят, я уже с вами так долго, еще магазин даже приблизительно мы не прошли. Комплекты белья. Вот так вот меня затянуло просто смотреть на эти комплекты двуспальные. Цветочки такие классные. Такие. Короче, ребята, заблудиться. Заблудиться. И подушки. Подушки разные. Класс. Каждому по приветику. Верблюжья шерсть, но это кто любит? 299. А, на матрасники. Я не люблю шерсть, потому что мы аллергетики. Овечья шерсть нет. Нам приходится брать искусственные наполнители. Именно что касаемо шерсти. На матрасники электротекстиль. Здоровый сон, высокая износостойкость. Надо на матрасники тоже покупать. Ой. Вот бамбук. Бамбук это хорошо. Бамбук могу. Так, мои дорогунчики. Все, мои дорогунчики, каждому по приветику. Дальше расскажу вам в другом видосике. Хорошо? Иначе мы с вами будем бродить еще час. Подушечки. Такие диванные подушечки. 400 рублей, 499, 549, 399. Тоже разные расцветочки. Ой, подушечки спальные. Слушайте, мне как однажды посоветовала, ну не пух, нет, не пух, девушку-подушечку. Ой, игрушка, антистресс, котики. Привет, ребятушки, я вам антистрессовых котиков показываю. Мягеньких. Короче, она мне говорит, девушка, я покупала несколько подушек, когда мы в дом новый свой заезжали. Естественно, мы там все новое покупали. Вообще обожаю заезжать куда-то в новый дом, новую квартиру, все новое. Начиная холодильник, стиральная машина, кровати. Все-все у нас новое, все белье новое. Подухи, одеяло. Очень классно. Вот, и она мне поставила такую подушку. Ребятушки, я не могла, как говорится, нарадоваться потом. Она говорит, берите какие хотите, а вот себе, возьмите вот эту подушку. Сотрудник отдела клеенки, просьба подойти к службе информации, спасибо. И вот я взяла и не пожалела. Так долго она не служила, эта подушечка. Ну как долго, я ее любила, эту подушку. Так что, друзья мои, хорошего денечка, хорошего настроения, драгунчики мои. Каждому по приветику. Пока-пока. Санкт-Петербурга и распоряжение Роспотребнадзора обслуживание покупателей без масок не осуществляется.
Также просим соблюдать социальную дистанцию при расчете на кассовой линии. Вот так. Не обслуживают без масок. А это кухонное полотенчико 79-109. Разные эти перчаточки, которые, чтобы не горячо было, прихватки рукавицы 149. Ой, такие симпатичные сейчас всякие бывают. Вот такой набор у меня есть. 139, это мне девочки подарили на 8 марта, по-моему, 89. Такие прихваточки с котиками. Яблочки, прихватки, солнечный набор, кухонный полотенец, 249. Симпатично, правда?